Дачный сезон уже наступил, а вы не успели запастись необходимым инвентарем? В магазине низких цен «Светофор» есть все необходимое. Рабочие инструменты, ведра, лейки, поливочные шланги и резиновая обувь. Торговая точка розничной сети открылась в Шумерле 3 года назад. Валентине Хренковой магазин сразу же приглянулся богатым ассортиментом. Женщину привлекла продукция местных производителей. Ведро. Как раз в саду хорошо. Хороший. Полотенце, набор. Дешевый, качественно. И для себя, и подарок можно подарить. Низкие цены здесь. И качественные. Вот, например, вот муку взяла чебоксарская, выпечка хорошая получается. Май – месяц пикников, и «Светофор» об этом помнит. Здесь представлен большой выбор мясных деликатесов и охлажденная свинина. За ней сюда едут из соседних районов. Я живу в Порецком, приезжаю специально сюда, в Шумерль, за мясо. Мясо нам очень нравится и дешево. У нас в Порецком оно дорогое. В просторных складах более 2000 наименований товаров российских поставщиков. Это продукты питания, одежда, бытовая техника, чистящие и моющие средства. Создание выгодных условий для покупателей – ключевое направление работы «Светофора». Качественный товар не обязательно должен быть дорогим. Наши цены практически наполовину ниже среднерыночных. Это достигается за счет работы напрямую с производителями и минимальной торговой надбавки. Сейчас у нас действует выгодное предложение. Масло растительное 5 литров можно приобрести за 199,90 при покупке от 1000 рублей другого товара. Магазин не оставил без внимания и автолюбителей. Привлекает в этом магазине в основном электротовары, органайзер, например, для автомобилей, жидкости незамерзающие, антифриз не очень дорогой, электроламочки энергосберегающие, они здесь по довольно приемлемой цене, инструмент некоторые бывают, иногда такие наборчики хорошенькие. Магазин «Светофор» находится по адресу город Шумерля, улица Карла Маркса, 32А, напротив автовокзала.